Самое удивительное, что лидеры современных западных стран, которые пытаются сдержать и поступательное развитие мусульманской цивилизации, и ее революционный выход вновь на авансцену мировой политики, их деды, их прадеды точно так же пытались прорваться сквозь мощную блокаду, которая была установлена католической церковью над сознанием и над социальной, политической и научной активностью европейского человека. Понадобилось 5 французских революций. Понадобились костры инквизиции. Понадобились сотни лет религиозных войн между протестантами и католиками в Европе, прежде чем эту блокаду католической церкви удалось прорвать. И они не извлекли уроков из этого, что цивилизационные тенденции тектонической глубины невозможно остановить. Они происходят в силу тех законов, которые создал Всевышний в этой Вселенной. Они не могут остановить ход планет, они не могут остановить жар Солнца, и они не могут остановить развитие человеческого общества. Мусульманская цивилизация прорвется, прорастет сквозь эти бетонные бункера, в которых их загоняют. И я убежден, что это не дастся легко. Будет много крови, будет много конфликтов. За первой попыткой арабской революции последуют последующие попытки арабских революций. Арабский мир не смирится с тем, что он разделан, как на операционном столе, разрезан на куски и ввергнут в пучину авторитарных режимов, будучи вынужденным терпеть 40 лет одного безумного правителя во главе своей страны, или 30 лет один и тот же режим, который никак не меняется. Статика, замороженность не может существовать долго в человеческом обществе. Закон Всевышнего, положенный в основу развития человеческого общества и вообще Вселенной, диктует, что все преграды будут сметены революционным духом роста, изменений, развития от одного к другому. Это закон, его невозможно остановить. И я думаю, что огромное количество представителей западной элиты через несколько десятилетий поставит перед собой вопрос для того, чтобы сохранить свое положение в обществе. Готов ли я поступиться частью привычного для себя мира, поскольку рядом уже окажется огромное количество мусульман? И это не является актом агрессии, что мусульмане селятся в Лондоне, в Париже и начинают привносить свои мусульманские порядки. Давайте вспомним, что сделали с мусульманскими столицами деды современных французов и англичан. Они жесточайшим образом завоевали весь мусульманский мир. Они жесточайшим образом начали навязывать собственные законы и порядки, ломать систему образования, ломать семейный уклад, навязывать мини-юбки мусульманским женщинам, срывать платки. Это же все было. Сегодня эта политика продолжается. В те годы, когда я учился в Дамаске, огромные баннеры висели по всему Дамаску, которые клеило посольство Нидерландов, на которых было написано «Лучшая семья, меньшая семья». То есть они любые методы используют, от военных до, скажем, мягкой силы, для того, чтобы остановить развитие и взрывной рост мусульманского мира. Но им это не удастся, потому что мы прорастем через этот асфальт. Большими, меньшими жертвами, но мы прорастем. И я убежден, что мусульмане не будут мстить, как не мстил пророк Мухаммад, мир ему, своим обидчикам, когда он во главе 10-тысячного войска в белых одеяниях зашел в Мекку, они все заходили, склонив голову, и под приказ посланника Всевышнего, мир ему благословения, что все, кто воевал против мусульман, все прощены. Все прощены. И я думаю, в этом великая сила духа мусульман, в том, что они относятся к своим обидчикам, как к неразумным детям. Детям, у которых в руках страшное оружие. Но мусульмане должны встать с колен, должны отряхнуться,
должны аккуратно вытащить это оружие из рук неразумных детей, простить их и научить их правильно жить.